работает группа в составе 20 человек. Это спасатели спасательного подразделения, инспектора Государственной инспекции маломерных судов. Всего 19 человек. К отправке готовится дополнительная резервная группа в таком же составе и количестве. Готовится уже, закупается оборудование дополнительно для отправки. Это мотопомпы, соответственно, генераторы, тепловые пушки для приведения в порядок помещений, жилых зданий, школ, детских садов и так далее. Работы проводятся по эвакуации населения. В основном идет эвакуация населения с подтопленных районов, соответственно, имущество, хозяйство и так далее. Этим занимаются наши спасатели. Обстановка не улучшается. Некоторые районы, которые освободились от воды, уже идет просушка зданий. Их, будем говорить, освидетельствование этих зданий, какие необходимы дальнейшие работы выполнять, чтобы люди могли вернуться в эти жилые дома. Но вот в основном все работы направлены на спасение людей и терпящих бедствия именно вот при подтоплении. На сегодняшний день отметка в районе Хабаровска уже составляет 802 сантиметра. То есть вода поднимается, улучшение пока не наступает. Но прогнозируется, что до конца сентября все эти работы будут закончены и выполнены. И уже меры будут приниматься для возврата населения в жилые дома, которые будут пригодны для проживания. Если не пригодны, люди будут обеспечиваться жильем в быстро возводимые здания, потому что впереди уже осталось минимальное время с наступлением холодов.